Всем привет на 156-м стриме, и мы возвращаемся к прохождению игры Wings of V после, не помню какого перерыва, но достаточно давно не стримили. Последняя часть у нас была 8-я, и да, вот я даже нашел, это было аж 12 февраля, то есть я полтора месяца делал такой перерывчик на The Talos Principle, да, и некоторые другие игры. Вот, и, соответственно, это 9-й уже стрим по этой игре. Привет, Пророк, и ахаха, хорошая шутка про дроп рейпа на Градиусе. Такс, Wings of V, посмотрим, на чем мы там остановились-то. Так, захватись, пожалуйста. Версия 1.09 у нас, по-моему, последний раз, когда я запускал, была 1.08. Ну, что ж. Стримлю я по-прежнему на Кибергейм, рестрим на Гудгейм и рестрим на Twitch. Сторыч меня таки пока уболтал, опять же, остаться на Кибергейме дурацком. Привет, Тор. Как там по звуку? Нормально? Игру слышно? Хорошо? Может, погромче чуть-чуть игру надо сделать? Так, сейф. Сейф у нас вот этот. Mortal Mode, 41% пройден, 1407 смертей, и уже почти 13 часов я прохожу ее. Что это за место, если честно, я не помню. Нам дали. Так, надо сейчас все вспомнить, блин. Мы в это в логово вроде как уже пришли, да, демонов. Ой-ой-ой. Без стрима, а чё без стрима-то? Так, ну, ладно, более-менее, вроде я управление вспомнил. Сейчас посмотрим. Правда, я не помню, перышко-то на какую кнопку дает. На обычный прыжок она дает, вроде. Но у меня дропов нет. Блин, чё? Я пока все еще вспоминаю управление. Нет, по-моему, парение дают дополнительное. А, рывок она дает, точно, рывок же. Вот черт. Ой-ой-ой. Да что ты делаешь-то? Так. Да лол. Надо все рассчитать правильно. Обо что, я шипы что ли тебя задеваю? Да лол, не то ты используешь. Что-то я не пойму, обо что я задеваю-то? Вот. А, да это же дерево! Я помню, эти деревья очень плохие. Ой-ой-ой, это что-то страшное. Так, надо подумать. Два прыжка делаю, рывок и крылья. Да, как-то так. Прыжок, прыжок. Ах ты ж, тоненько там. Тоненько.
Давай, подлетай. А, картофель здорово. Так, это дерево опять. Оно нападает на нас. Да я не знаю, как это дерево без урона проходить. Оно какое-то ядрицкое. Фиг знает вообще. Мне сейчас, в принципе, это не принципиально вроде. Так. Двойной прыжочек, рывок, крылья. Прыжочек, прыжочек, рывок. А, крылья на другую кнопку. Так, крылья, да лол. Крылья, прыжочек, рывок, рывок, прыжок. О. Ну, сюда ты подлетишь. Привет, шоковый шалман. Ну, в принципе, норм. Небольшие такие раны нанесло нам. Не смертельные. Раз, два, р... Да лол, ну... Так что, по звуку так и не сказали, нормально, да? То есть игру хорошо слышно. Дерево проснулось сразу же. Заспамили меня что-то. Сюда упорот, ну в смысле. Больше, чем обычно? Да вряд ли. Может быть, сейчас посмотрим. Не, блин, что-то я не могу собрать. Ну, как-то не знаю, не успеваю сообразить, оно все так быстро происходит. Да что такое? Так, что говоришь, порхание? Значит, прыжок, порхание, рывок и второй прыжок. Прыжок, порхание, рывок и второй прыжок. Ну, слушай, это рабочая штука. Порог-то шарит, походу. А еще говорит, на больше батли я выиграю. Конечно, блин. Он страты на ходу придумывает просто. Так. Прыжок, порхание, рывок и прыжок. Ты что ж ты делаешь-то? Ну, я рад, что тебе понравилось. А где он убился? Ну давай еще разок. Прыжок, порха. Ну вот захотелось ей едой стать. Для каких-то зубок. Да дерево какое-то адское вообще, я не... А ты что, жив что ли? Упорот. Ну, прыжок, порхание, рывок, прыжок, прыжок, ай, что это такое? О. Фух. Ой.
Не, что-то вообще сложно, подожди. А как это лол пройти вообще? Здорово, чай. Стоп, я один не понимаю, как это пройти. Это же камень. Вообще, когда последний раз физику изучал, то как бы вроде бы камни, они не горят, но этот почему-то горит. Так что, возможно, он маскируется. А, его убить, да, можно? Не, стоп, его, кстати, нельзя убить, лол. Потому что в черную дыру улетают все пульки мои. Да. Да блин, я хочу, короче, снизу его попробовать облететь как-нибудь. Но. Что-то слишком. Блин, что-то непонятно. Время качать читы? Да не. А может тут секретка внизу есть, не? Нет. Да хорош ты в дырочку-то засасываться. Да. Да хорош, лол. Хоть так, что ли, хотя бы. А куда дальше-то? Не понял. Ну ладно, ну удачу, вперед. Попробую. И как? Стоп, чё? А вот эти штуки, их невозможно уничтожить, я помню, они были на втором уровне или на каком-то там. Их, типа, они потом откроются после там убийства босса или что-то вроде того. И чё тогда? Вообще не понял. Ну давайте, вы что смотрели все стримы по Wings of Fee, я точно знаю. Торы смотрели. Как это прыгать по зубам? Сам понял, что ты сказал? Ничего, что они больно, как бы, съедают. Песок над ними. Дошечки. Ну раз дошечки, то наверное тогда можно. Оп-оп-оп. И на. Я не знаю, как это без урона пройти, ну серьезно. А, ну сразу на эти дошечки. Лол. А что тогда такое изи-корт-то? Ну я просто поторопился там, не нужно было так торопиться. Ну короче, сейчас разберемся. Но мне же без урона не надо, так что я эту шнягу убью вначале. Стоп, ее можно все-таки отсюда как-то уничтожить? Хочу понять. То есть там есть шанс, что прилетит эта пулька?
Не, по-моему, как-то не особо, да? Так, лети сюда. Где второй? Блин. А куда тут-то потом все равно? Какая разница? Куда тут-то? Этот вопрос остается нерешенным. Где потыркайся, ну какая-то стрёмная страта. Ой, по-моему, я зафейлил, да? Или я долечу до туда? Какую срань по сюжету мне дали? А, я что-то забыл, да? Ну, давно, понимаешь, играл. Забывака. У меня просто П-память, видимо. Да что такое? Да как меня эти штуки-то убивают, я не понимаю. Что-то потненький момент. Хотя вроде выглядит как изич, но он что-то в реальности потненький какой-то. Или просто я не очень, видимо. Ну и скорее всего вот это третье. Так. А, и все? Да как? Да ладно, я жал вправо. То есть получается, нужно вот этих двух типа стражников уничтожить, да, чтобы открылись врата. А сейф-то завезут? Ох ты ж. Фух. Го лучше в Dark Souls, хвост Каламит. Я не знаю Dark Souls. Что-то я вообще не понял. Так, значит, спускаемся тут. Рывок вниз, полет, не знаю, прыжок, прыжок, рывок, хрен знает куда, прыжок, рывок. Я ничего не понял.
Ладно, давайте что-нибудь попробуем. Хотя бы выясним, что-то физика вот у этих штук непонятно. Ну, скорее всего, просто враги какие-то, да? Рывок, не знаю, ну, просто враги, лол. И как тогда? Рывок, там, полет, прыжочек. А, типа у меня два прыжка, да? Когда я падаю, ну-ка. Раз, два. Ну, блин, тогда может хватить, в принципе. Рывок, полет, прыжок, прыжок. Нет. Да каждый раз дерево это убивает. Рывок, полет. Блин, надо их как-то уничтожать, что ли, в полете. Еще делать нечего, стрелять там. Рывок, полет, какой-то там. Фиг знает, все кнопки нажал, короче. Рывок, на, оп. Нет. Так. Да, это как-то вообще не очень. Привет, Алексей Альферов. Не прошел, просто это. Ну там этот же мне пророк дурацкий подарил The Talos Principle, и я в него засел на полтора месяца. Ну потому что кибергейм такой не очень вообще. Ну блин. Задержка у него зато маленькая. То его вывозит полностью. Несмотря на все остальные огромнейшие минусы. Короче, надо по-любому как-то уничтожать эти штуки. Да не хочу я смотреть. Ага, одной пульки еще и недостаточно. Но рубануть зато достаточно. Так. Так, так, так. Нет. Но мне кажется, там даже если бы их не было, все равно было бы не так-то просто. Ну, вот это совершить этот маневр. Блин, а с ними вообще что-то. Прыжок, порхание. Прыжок, порхание. Прыжок, рывок. То есть вначале прыжок, потом порхание, потом прыжок опять. А рывок, не, рывок-то исчезает. Да, рывок надо самым первым использовать. Надо между них, походу, размикрить просто. Не надо их убивать. Ой, не туда. Ну, да, надо, походу, размикрить как-то. Да что же это?
Да, но они вообще не очень. Еще дерево поставили, ну зачем? Я представляю, на демон этом, как его там, демон моде, не, думит мод, да? Там каждый раз надо без смертей дерево это убивать. В смысле, без урона, без урона. Ну что-то это вообще не прикольно ни разу. Оп, оп. А, там еще... Я думал, там стабильная платформа. То есть там потом надо сразу прыжок, прыжок, рывок и... Не, сейчас посмотрим. А, рывок, 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 порхание, чтобы убить эту штуку. И рывок наверх. И я надеюсь, что эта вот палочка, на нее встать можно, вот которая там типа балка. Потому что если нет, то, по-моему, мне не хватит. Странно. Ну, я вообще-то это пытаюсь сделать. Привет, кстати, Фабино. Да блин, случайно С зажимаю. Там из-за урона тратит прыжок один. В смысле? Так я же уже один раз пролетал туда. К тому же насчет невозможно я бы поспорил. Просто из-за того, что автоматически игра решает, когда использовать холодное оружие, а когда огнестрельное, как бы я не могу рубить заранее. Ну, так я и пробую так. Нет, это слишком неудобно, потому что тут кнопки слишком далеко, удар и порхание. Хотя можно, конечно, попробовать, но... Не, неудобно очень.
Оп, оп, ну нет. Да он отнимает у меня слишком много инерции. Да, управление можно менять, но я и так поставил самое удобное для себя. Да вот, вот это хороший был прыжок, только я, если бы второй я не затормозил бы, а нажал бы нормально, вовремя. Да, блин, вообще не хочет. С деревом сражаться понравилось, видимо, Ви. Меня позвали сегодня бухать. Значит, этот пророк завтра будет вообще не очень обошибаться. С утра-то. Ну, пророк, скажи, типа, ну, вы не очень, я, короче, в задротскую игру хочу поиграть завтра. Какой бухать? Ну и все. Да получалось так же, ну, блин. Не, по-моему, лучше все-таки порхание в конце. Хотя, может, все-таки порхание в самом начале и как раз-таки бить в этот момент. А, неудобно же управление это. Блин, ну нет, это неудобно, потому что я не могу потом нормально вернуться к нормальному управлению. Нет, это не вариант так делать. Пророк, между прочим, он башню почти прошел. В смысле, да Фабино, зачем ты говоришь, зачем мне привыкать к неудобной страте? Чё, так что ли не пройду? Ну, видишь, почти допрыгиваю, сейчас. Научусь. Да там чуть-чуть совсем осталось. Блин, ну это не очень. Ну пророк, потому что он министр по дропам.
Сказал, пошел дальше учить, ну давай. Меня интересует лишь один вопрос. Как долго до конца игры и что же там за ад впереди ждет? Привет, Sky Cruelty. Между этими штуками... Да я пробовал. По-моему, самая лучшая страта именно... Вот так поверху. У тебя заслупочил. Если бы не заслупочил, по-моему, получилось бы, потому что я идеально уничтожил этого. Ой, торс полираст вылез. Да понятно, что эта игра сложная, что я ее, может быть, даже дропну, да, теоретически. Но это был риторический вопрос, Нутор. Ты будешь это проходить? Вот это новость. Вода в доме кончилась и начала кать? Что? Как может вода в доме кончиться? А, ну ты же в селе там живешь, да? Москва какая-то. Я понял, там водопроводы плохие. Трубу прорвало. Как-то это вообще не очень. Да лол, ну... Пофиг, будем пытаться. Да не, надо как-то... Холодает в Москве? Ну, мне норм, у меня пока зимняя резина. На тачке. Более того, у меня летней даже нету, так что даже было бы тепло, я все равно бы на зимней ездил. Да блин. Чё, отопление вырубили уже в Москве? Или ты просто окно решил открыть? Хм, не, мне вообще норм. Ах ты ж, ну... Это было очень близко. Вот это было не близко. Ну я просто это, у меня под, прям во дворе дома котельная, так что у меня всегда тут тепло. Да ж... Да ж ну ж, она ж хотела зацепиться уже. Это какой-то сложный уровень, уже почти 300 смертей. Это ж пипец хардкор вообще. А, еще даже не конец уровня, походу.
И дерево дурацкое поставили после сейва. Не, Soul Green знает толк в дизайне уровней и расстановке врагов. Так поставить, чтобы это бесило больше всего. За день ты тут крылышко уже. Теперь об нижняя пятка ударяется. Ну. Что-то, по-моему, Ви не старается. Вообще не старается. Что, неужели так сложно чуть-чуть крылья поднапрячь еще? Уже геймпад ядрить нагрелся. Не знаю, кстати, от чего. Не, а потолок биться реально плохая идея, вообще не очень. Чуточку там не хватает. Так я Wings of Fate изначально с геймпада проходил. Xbox 360 геймпад. А почему тебя это так удивляет? Ну, как бы, я никогда... Это Тор же, наоборот, никогда не играет. Ну, короче, наоборот, всегда играет с клавиатуры. А Судалф норм играет с геймпада, в принципе, если это удобно. Да какая пауза, блин? В смысле, у кого? У тебя? Взгляд поменялся. Почему без вебки? Ну, я хотел вначале врубить, а потом что-то подумал. Блин, так лень. Кривляться еще. Ну, оп, то, ну хотя бы взяла. Да, давай, все, бери теперь, норм же вообще. Изи место. Так не то. Бедное дерево, сколько раз уже его убивали. Для него это как 100 кругов ада там. Я не знаю, сколько раз его уже убил. О, хвост, здорово. Давно тебя не видел.
Как там дела? Работа норм? Сейчас получится со временем. Но правда, блин, проблема в том, что там еще же не сейф. Идет работа, ну хорошо. Там перспективы какие-то есть, да, карьерные? Или так, пока для набора опыта только. Еще смысл жизни дальше. Ну, удачи. А какой геймпад, Алексей, ты купил? Тоже 300, Xbox 360? Да ладно, криворукие, все так говорят. Ну, норм, пророк, все. Рейп, считай, пройден. Сколько боссов? Так. Блин, ну давайте посчитаем. Я их, правда, по именам не помню. Вначале была какая-то там, типа, чертенок, там, девка какая-то. Потом был летающий такой дракон, типа. Это два уже, да? Потом был козел бегающий. Потом был... ну, с днем рождения, который. И потом был цветок. Никого не забыл? По-моему, никого не забыл. Или забыл. А, еще фея. Это, да, 6, значит, вроде 6, да, получается. Ты имеешь в виду на стиках, что ли? Не так уж и много, да блин, вы достали спойлерить. Я думал, что, если честно, уже не так много в этой игре мне осталось. Радоваться, что игра долго, но долгая игра, значит, долгая боль. Я не знаю, может быть, тогда придется перемешивать с чем-то эту игру, да? Ну, чтобы не, ну, не всегда тупо в одну и ту же это стримить. Короче, подумаю. Потому что если долго, то получается у меня опять будет куча стримов по одной и той же игре. Ну, как бы вечерние, которые без комментов я не считаю, это так отдельно, да? Много более хороший стример. Ну, как бы, ну да, подошла ее очередь. То есть я прошел за Талос Принципл. И теперь ее очередь, да, как бы. Но есть у меня, короче, идея одна. Одну попробовать пройти очень специфическую игру, которую наверняка, может быть, 80% людей не понравится, но... И, может быть, даже она и мне не понравится, ну, потому что я как пока еще ХЗ. Но попробовать, короче. Не буду сейчас говорить, какая.
Но если вы подумали Дота, то нет. Не-не-не, это очень старая игра, очень-очень-очень-очень старая игра. Ну прям вообще офигительская старая. И не особо как бы прям суперизвестная какая-то, но по известной вселенной. Я пока не очень понимаю, как там вот это вот перышко использовать. Нет, не по финалке. Привет, Джек Дэд. Так в смысле по финалке? Финалка это и есть игра. Ну, то есть, а я имею в виду по вселенной, ну, экранной вселенной. Да куда ты вправо-то летишь? Ну, вверх же направо надо. Ну, в смысле, которая, ну, типа кино и все такое. То есть, игра, ну, грубо говоря, игра по фильму, как это бывает. Ты ж долетает, ты ж туда. Ну, я не очень на самом деле понял до сих пор четко, когда мне вот использовать это, почему тут он не долетает. Ой. Оп, да блин. А почему у меня ж туда раньше долетало? Мне кажется, пророк знает на самом деле, по какой вселенной. Но он сейчас не отгадал, если что, то, что написал выше. Да долетает и туда уже, ну. Бинго. Опа. Давай вверх. Да влево же, ну. Какой же потный момент.
Да ладно, хвост, сейчас скоро выйдет, анонсировали симулятор работы. Тоже что понравится? Почему ты так думаешь? Тоже тебе понравится? Не, ну я как бы вообще хрен знает, почему ему должно понравиться. Ну там основная проблема то, что, ну, английский язык. Симулятор качка в спортзале. Да ладно, Тор, изучи английский-то, ну, делов-то лет 5. Ну и русский заодно. Похоже на Сан-Андреас. А, ну ты имеешь в виду именно то, что в Сан-Андреасе качаться можно было. Английский изучишь быстрее, чем русский. Ну вообще это логично. Английский, по-моему, проще изучать, чем русский. Ну и как-то все более топорно в языке. Да рано я прыжок второй сделаю. Второй прыжок. Это было близко. Уже 407 смертей, но ну, норм вообще такой моментик, ну не долетает, ну не хочет. Да знаю я, где мозг, где прыжок, но не всегда. Ну пока знаю. Пока не забыл еще. Да лол, я же вроде прям сразу жму-то, ну, что такая тупая игра. Вообще не очень. Я-то идеально играю, а она как-то криво работает. Да вот же ж, ну нормально ж, ну ж как же ж. Ой, ну это я закосячил.
Я так редко дохожу до туда, до верха, что я там вообще до сих пор даже тактику-то толком не понял. Ну, здесь. То есть я делаю рыб... Блин, я не понимаю. То есть я вот... Я должен за два прыжка допрыгнуть до перышка, того, который справа, снизу. Потом рывок наверх, рывок влево, удар и порхание влево и рывок наверх. Это пипец, это сложно же очень. По-моему, кто-то... Ну вообще, вот, Картофан, давай, ты министр у нас по дропам, да? Оценивай, как, вот здесь норм дропнуть игру вообще? Мне кажется, вполне. Рано еще? Ну блин, ну... Тор, ты не шаришь. Что я не так-то делаю? Почему вот я не очень все равно понимаю, когда получается, когда нет. Вроде бы и оба прыжка стараюсь как можно длиннее сделать. И как бы не слишком высоко, не слишком низко. И потолок не ударяюсь. И оно все равно не долетает. А иногда долетает. Какой-то там микро вообще микроточность. Или надо правее просто рывок делать этот. Не, тогда я бьюсь о потолок. А, ну вообще да, надо правее просто рывок делать, походу, что-то я сдуплю. Правее рывок делать и не ударяться о потолок, все, формула успеха. Блин, еще желательно не останавливаться об эти штуки. Ну блин. Ну а потолок же ты ударяешься. Пригнись хоть. Вообще, может быть, чуть... А, нет. Блин, походу, изи тактика. О, ну-ка, сейчас давайте закрепим, попробуем. Ой, сейчас, не получилось. Не, ну сейчас опять затупил. Ну, короче, суть в том, что я делаю рывок, бью, не прыгая, сразу бью, и после этого уже делаю два прыжка.
Даже если я чуть ниже упал, как бы два прыжка мне позволяют подняться на нужную высоту. Не, ну тут я случайно цепь опять зажал. Ну, короче, сейчас надо просто затренить эту штуку, но вот это более, короче, реальная тактика. Вон, даже так я долетел, он вообще на дне уже был. Ну, правда, там не хватило. Не, ну тут я затормозился сильно. Да что же оно опять крылья-то свои использует, дурацкие. Ну все, изи место. Ну, в смысле, по крайней мере, вот первая часть изи места. Да что же она не долетает? Ну, по крайней мере, это явно нормальная тактика. Ой. Ну, просто надо все как бы четенько делать, все равно так, довольно-таки. Тоненько. Не, ну тут сейчас затормозил я. Да не хочу я туда наверх. Что-то как-то тут очень непонятно. То есть, если я делаю чуть выше, она летит явно наверх и в дыру. А если я делаю влево, то сразу на шипы. Да лол, ну я что-то боюсь как-то налево нажимать. Фигню какую-то сделал. Ой, не ту кнопку нажал. А почему я не ту кнопку-то жму? Теперь не ту стрелочку. Да лол, я что-то вообще жесть туплю. Ну, короче, можно его не убивать, в принципе, а проскочить, да, с уроном. Вроде бы. Да. Ну не очень, ну ладно. Все-таки надо бить. И это очень плохо, потому что... Потому что управление неудобно для этого. Что-то не то.
Может его... Хотя нет, снизу тут его убивать точно, да не вариант. Странно, жал вроде. Не, что-то не хочет она летать после урона сразу. Привет, Найтрики. Оп, оп. Фух, да ладно, ну жесть вообще, ну это офигеть просто. Вот это нормально так тут. Нормальный момент был такой. А прикиньте, тут на этом демон моде нет сейва еще. Так, ну там, наверное, надо все-таки использовать полет. Что-то не понял. Горизонтально это, ну, как бы и так понятно, в принципе. Ну, да, было такое. О, я не буду воду смотреть на стриме, ты чё? Привет, Брим. Да норм играется. Чуть-чуть там подгорит, чуть-чуть тут подгорит. Я не понял, как это проходить. Не понял. Надо как-то без полета, походу, здесь вымикрить. Привет, Ксипи. Оп, 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 оп. И я израсходовал прыжок дурацкий. Да ну я же, это же, ну вы поняли. Чё, Ксипи, когда другие игры-то будут? А то чё, анэпик один какой-то. Хоть бы перемешивал с чем-нибудь. Так, Фабино, а что ты за него-то отвечаешь?
Здорово, Defender. Как там твое Соник? Дропнуть еще неохота? Дыра. Да что такое? Я что-то чувство микро потерял. Вроде уж простой момент, я уже почти прошел его. Нет, ну я верю, ну просто как бы многим Соник вообще очень жутко выбешивает, и они говорят, ой, все. Ну, ты норм, если не дропаешь. К тому же, если еще и понял его, это вообще прогресс. Ну, Фабино, ты Фабино. У тебя 63 тысячи смертей. Так Пророк, ты его убил два раза. Как ты можешь понять за два раза Соника? Уже три? Ага, значит ты тренил, да? Вот я, например, Соника уже давным-давно не убивал. И совершенно его не тренил. Ну ладно, я понял тебя. Ну, знаешь, Defender, если для тебя это не особо сложный босс, то для тебя будет не особо сложна вся игра, потому что Соник самый сложный босс в игре. Ну так, а зачем ты на двух сейвах-то убил его? Ну, Фабино начинает, короче, мошнить правила под Пророка Башибата. Я понял то, что изначально было, что Пророк, короче, ну типа в не очень положении, так как он меньше, больше играл, а теперь начинаются ему поблажки. Ну, норм, норм. Так в шоу обычно и бывает. Да не пойду я тренить, это неинтересно будет, Пророк. Если я пойду тренить, сейчас я тебе уже говорил. Если я сейчас пойду тренить любые миры, то, блин, ну до восьмого мира я точно за Боша Баттл пройду, если я пойду сейчас тренить шестой и седьмой мир. Я тебе говорю, я за Боша Баттл дойду до восьмого мира. Потому что там все очень легко. Но я не хочу этого, это будет неинтересно. Нахрен это надо? Надо, чтобы было больно Боша Баттле.
Это что такое? Потому что ради этого люди приходят на Bush Battle. Ты думаешь, они приходят больше посмотреть? Ну, в смысле, сами там уровни, что ли? Значит, 100 раз уже видели. Даже на рейпе там. Кто хотел, там Just Observer смотрел или Гитмана. Тут надо именно соревнования боли. Ой, лол, что происходит? Ну они меня сейчас заспамят. Фух. Отлично. Так, чё? А, ничего не писали, ок. Так, чё это такое? А, типа 4 рывка, что ли? Давайте посмотрим. Ого. Нормальненький момент. А зачем на 2 сейвах-то ему проходить? Он один сейв говорит, что запорол, из-за этого ему пришлось пройти 6-й мир. Либо ему нужно было начинать сначала. Ну, хорошо, ну, это одно убийство. А еще одно зачем? Так а зачем ты тогда проходил? Так, ну этот момент выглядит несложным на самом деле. Блин. Да лол. Зачем ты второй раз-то проходил? Зачем вообще 6-й мир проходил? Я вот этого не понял, просто немного. Я думал, потому что ты там где-то сейв запорол, тебе пришлось следующий сейв брать или что-то вроде того. Так Соника, ты 2 раза говоришь Соника убил. Привет, покерошки. Почему его просто покером называют? А зачем тебе открывать этот 6-й мир на новом сейве? Мы же все равно договорились его не тренить. Но мне не говорил. Ничего не знаю. Да лол. Можно или нужно? Ну, то есть, если я буду называть так, как написано, ты обидишься? Или, ну, просто по желанию? Ну, блин, пророк, ну что ты не понимаешь вопросы? Я не понимаю, зачем ты 2 раза Соника убивал. Один раз ты топорол сейв, все, а потом ты... Просто должен был 5-й мир тренить, как обычно, и все. Зачем ты еще 6-й этап полез? Я от этого не понял.
Так это после Бошибата делается. Ну ладно, я понял, короче. Подожди-ка. Сейчас кое-что нужно выяснить. Ага. Вон как здесь можно поступить. Не обязательно их все по порядку расходовать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Ну так пророк, по-моему, все предыдущие босса батлы в этом смысл и был, что да, пытаться пройти нетрененный мир. Именно нетрененный мир пытаться пройти. Либо заканчивать босса батл. Ну, смотря сколько времени прошло. Ну, короче, вот мы до босса дошли. Я пока вообще ничего не понимаю. Нет, у меня тоже не тренинный. Ну, короче, пророк, ты просто отказываешься от первоначальных условий, когда ты в, ну, именно был с нетрененным больше, который ты прошел только один раз, а я прошел много раз. Теперь ты с этим не согласен. Да я не понимаю, как от этого уворачиваться. А, подскальзывать, наверное. Блин, что-то вообще непонятно. Да мне тоже кажется, пророк просто хочет тренить, вот и все. Он хочет тренить. И ищет какие-то причины для этого. Типа там договаривались только на второй мир, там. Или я просто сейв запорол. Ну короче, норм. Так и нужно искать причины. В смысле, так Тор, у нас перед босса батлом тренинг всегда мира, до которого мы дошли. Это было с самого начала. Так. С самого начала было так, что вот мы дошли до третьего мира, треним третий мир. Все.
А если мы третий мир проходим, то четвертый мы уже не проходим, потому что мы его не тренили. Ну, либо если на рандоме там или что-то, ну, пройдешь, так пройдешь. Как бы не запрещено правилами пройти, да, но вряд ли, как бы. Ну, если ты еще не будешь говорить, то это вообще обман. Так что лучше бы даже ты не упоминал это. Не понимаю, как это две атаки ворачиваются вообще. В смысле, что нарушил-то? Мы вместе играли в мультиплеер, лол. К тому же я же не ради тренинга, а просто поиграть. А ты именно ищешь, ну, потренить возможность. Я думаю, ты согласишься, что от того, что я один раз там поиграл в онлайне, мне это вообще тренинга никак не добавило, учитывая, что половину сейвов даже не я брал. Как его зовут? Гратанант? Гратарат. Гратарат. Так, ну я заметил, что у него там что-то подсвечивается, когда он планирует ударить. Но как выиграть, это непонятно. Да как можно смотреть на босса и еще прыгать здесь?
учиться быть Цезарем. Ну, 2 хп почти я у него трачу. Жесть, на уровень 630 смертей потратил. Сложненькие начинаются уровни. Ну, я, правда, там затупил с тактикой, конечно. Ну, хотя я везде тупил, но все равно быстро находилось, как бы. Более быстро. Короче, еще один босс, которого только стрелять, а не бить руками. Да что такое? Падаю с этих платформ. Картофан по-любому скажет дропать на этом боссе игру. Ну я хз, предыдущий босс был вообще изичный. А в этого я даже чуть-чуть не могу потратить здоровья. То есть я не могу разбикрать его атаки. Ну только некоторые, там камни еще может быть. А вот эти вот удары руками вообще никак. Вот эти летающих, ну в принципе можно постараться еще. Ты вообще не хочешь картофан пройти в Винцуфи? После Боши, например. А, ну желтый треугольник-то действительно лучше. Да в чем смысл? Я не понимаю. Оно показывает, что ударит по низу. Ну хорошо, я прыгаю. А оно меня центральной частью все равно задевает. Где-то же можно в этой игре босса найти, но я не знаю где.
Да это вообще не очень пост, вообще не очень. Гратарат. Не приготовился. Верхняя, да? И она центрально меня бьет. То есть, если верхняя, то я должен вообще скользить. А скользить на этих платформах — это самоубийство. Да вряд ли я Соника на рейпе за один больше батл убью. Что вы думаете? Это же пипец сложный босс. Солгрина я убью за один больше батл, если до него когда-то дойдем. Но Соника... Не знаю, что-то я лично сомневаюсь. Конечно, могу на рандомить, я не спорю, могу. Но... Как бы это вообще не очевидно. Соник — это сложный босс. На рейпе-то особенно. Чё? Как это произошло? Типа прогресс, да, офигенский. Это из DuckTales? Я думал, это из Marvel's Secret Castle. Ну я не играл в DuckTales, на самом деле. Как это бы странно не звучало. Ну вроде типа все ее знают, все приходили, да, я как-то. Я ее видел, но не проходил. Хорош. Короче, ему надо 3 хп, да, снять? 3 палочки надо снять.
чтобы он, ну, вот это началась следующая стадия, фаза. Да, что такое? Там вообще выжить-то реально? Ну, лол какой-то. На, перепутал Денис Девя. Блин, загрузили меня с этим пошибафом, пипец. Отвлекли всю концентрацию. Короче, пророк виноват, что я босса не могу пройти. Задолбал он бить всем, в чем попало. Нет, урон общий там, видишь, там полоска. К тому же я и так всегда стреляю практически по одной. Потому что, ну, я в основном вот стою и стреляю, и попадает по одной так-то. Ну, иногда, конечно, в прыжке тоже стреляю, но в основном все-таки в одну. Не понимаю, как на вторую стадию переходить. Привет за адрес, сейчас подожди, попозже почитаю. Почему Боша и Ви с миком, с микрофоном, да, видимо, а Рект без, потому что Рект по каким-то причинам позже стримишь? Нет, не совсем. Потому что я просто хочу, во-первых, Get Rect через колонки проходить. Ну, не сидеть в наушниках, ну, вообще Иваны там по вечерам. Вот. Во-вторых, я хочу, чтобы у меня в записи это было без всяких унылых комментов. Как бы просто как прохождение. Ну, знаешь, там бывает на Ютубе всякие прохождения Айван там, да, вот такая же шняга. Вот. Ну, вот, в принципе, это основные причины. То есть, ну, в последнюю очередь это из-за того, что там типа вечер, или что-то такое. В принципе, я вечером могу с комментами, более или менее. Вот. А Боши, ну как бы, Боши это, ну я Боши это уже давно не стримил именно, ну не в Боши батле, а, ну вот так просто, как бы что, Хардон прошел, Mirror Mod прошел, Читамена пока не хочу.
Еще у меня реквест есть пройти Соником больше, но это опять же потом, блин. Жесть. Я вообще не понимаю. Говорите, без урона, да, надо пройти? На этом Doomed мод. Ну-ну. Вот все, умер на демон мод, все, вот умер. И как? Я вообще задрос, когда стримы-то по Иванам? Тут по хардкорщикам все соскучились уже. Ой-ой-ой, это плохо, да? А, да, у меня гарнитура. У меня есть еще микрофон на вебке, но я использую гарнитурный. И он только с усилением нормально работает. Ну там же, по идее, вход микрофона для больших микрофонов-то в компе, а для гарнитурной он, по идее, спереди в разъем, там, где для наушников. Но он там гудит. Не знаю почему. Вот, и поэтому приходится его втыкать в задний разъем, а в заднем разъеме он слишком, видимо, сопротивление маленькое у микрофона. И не слышно нифига, только с усилением. Да надо будет купить потом как-нибудь микрофон, какой-нибудь самый дешевый конденсаторный, там, за 1000 рублей. Ну лол, ну типа дошел, да. И что? Второй стадии дошел, говорю. Типа там нужно было упасть и подлететь потом, или что? Сидя за стенкой, ругаются, пьют и дерутся. А как ты узнал, что пьют? Да ну он задолбал, ну вообще жесть. А, соседи по коммуналке. Ну это печально. Это плохо для стримов. Чуть-чуть не долетел.
Да как можно было упасть-то на этой атаке? Походу, Soul Green-то без дела не сидел, да? Создал пипецкую хардкорную игру. Я вначале думал, что Wings of Fear легче, чем больше. А что-то мне кажется, что сейчас идут начнутся боссы, на которых я буду сидеть просто кучу часов. И тысячи жизней. Блин, это вообще какая-то жесть. Блин, что-то... Ну, давайте кому тизич мне, пожалуйста. Не хочу этого босса бить. Ты как я упал-то, ну? Да центрально вообще как размикает-то непонятно. Надо было налево, что ли, идти? Ну ладно, 4,5 я уже у него трачу, допустим, да? Ну, по крайней мере, хотя бы один раз. Не, ну, в принципе, прогресс есть, да, хоть какой-то. Но насколько он на рандомен, непонятно, потому что вот... Дурацкие атаки тут меня убивают просто сразу почти. Ух ты ж, я там даже дно увидел. Кстати, это Багулев, да, походу? По идее, я там не должен был дно увидеть, пока не пройду эту стадию. Привет, Теркил. Не, ну сегодня мы вряд ли убьем этого босса, потому что уже заканчивает скоро стрим-то. Я же не буду как картофаны там по 8 часов сидеть, пока там просто мозг не поедет.
Чего? Он же не это делал. Я думал, там статичная первая атака. Задел таки. Сразу видно, неудачная попытка. Плохо нарандомило атаки, надо чтобы изичные атаки-то нарандомило, а он какие-то неизичные рандомит. Это непорядок. Как он пробил-то рукой? Я же на центральной платформе стоял. Да лол, ну это вообще... Да ну, я даже не буду пытаться. Ну, камни, по сути, самая легкая атака. Не, ну, не всегда получается вправо рывок сделать. Дурацкие вот эти вот, как-то даже назвать, я не знаю, червячки. А куда, и куда мне было уйти? Ну что за бред? Там слева, справа шипы, посередине урон. И чё? Просто фаза умирай. Атака. Ну, короче, надо просто до той этой стадии доходить. Норм здоровьем, а не с потраченным до конца почти. Это что-то я не отгадал. Вот уже чуть-чуть получше.
Так себе, конечно. Ну вот уже нет здоровья. Ну и все, одна атака и готов. Да, ну давай, короче, через минут 15. Да что такое, ну? Не успеваю я туда отпрыгнуть. Ну, кстати, нанес нормальный урон это. Ну вот хоть что-то. Стоп, это урон наносит. Хотя по центру стало странно. Ураган. Весной. Хотя может и норм. Так, ну и... Опять атака из разряда. Просто не пройдешь. Привет, Уги Бастия. Там подпрыгивать что ли надо? Я никак не могу понять. Ну, кстати, почти 5 урона нанес. Это рекорд. Оп-оп-оп-оп, ну. Давай кем-нибудь легкие атаки. Чё, я не заметил, был урон или нет? Да ну, это вообще... ФЗ, короче. Ну давайте 7 смертей и пойдем.
смысле, ну я же сказал, сейчас, минут через 15, но ну, уже меньше, закончу, вот, 6 смертей. И... все, и пойдем. Что не было? Не понял. Что-то я, видимо, за своими же мыслями не уследил. Не помню, что не было. А, не было урона. То есть, значит, подпрыгивай там, это норм в статеке, да? Ну вот это я не знаю. Ну это-то я тоже не знаю. В смысле, NES? А он еще на других платформах выходил? NES? Ну, Dendy, ну ты понял. Famicom. У меня стиплеровский картридж был. Вообще такой элитный. На ПК есть? Не знаю, но давай все-таки NES. А вдруг на ПК это вообще совершенно другая игра, я просто не знаю. Может просто название такое же. Не успел сейчас подпрыгнуть. Да, явно. Мажор. Ну, не, давай оригинал. Давай оригинал. Потом, может быть, как-нибудь гляну, что за ремастер. Но лучше, ну, как бы... Вдруг там он легче или что-нибудь такое. Ну, хз, короче. Хочу именно тот посмотреть. И вдруг там музыка не такая классная. Ну, я не знаю, разные бывают ремастеры там. Да как от них тут уворачиваться? Ну что, предпоследняя попытка. Да ну не очень вообще. Что-то я не понимаю, как там так быстро реагировать-то можно? Или может надо спамить непрерывно, может это отвлекает как-то сильно. Хотя вроде не особо прям отвлекает-то. Я не знаю, что с этим делать. Ты уйди. Да не знаю, что с этим делать. Все, 90 смертей на этом боссе. На этом достаточно, думаю. Этого хватит. Итак, сегодня уровень допрошли. Ой, подожди, надо go to title screen. Вот. Ну,
В принципе, что, прогресс есть, но, конечно, из-за того, что уровни и боссы становятся очень сложными уже, то игра начинает затягиваться сильно. Поэтому все-таки буду перемешивать с чем-то, с другими какими-то играми. Вот, посмотрим, с какими. Ну, я уже до этого говорил, что есть там идея, да? Вот, ну, посмотрим, наверное, то есть следующий стрим, скорее всего, будет по какой-нибудь другой игре. А может и нет. Ну, в общем, уже будет видно. Ну все, всем спасибо, кто смотрел, увидимся.